Я когда-то жил в городе, где на домах росли статуи, где по улицам с криком «Росли, росли!» Бегал местный философ, тряся бородкой, и бесконечная набережная делала жизнь короткой. Теперь там садится солнце, кариатит слепя, но тех, кто любили меня больше самих себя, больше нету в живых. Утратив контакт с объектом преследования, собаки принюхиваются к объедкам, и в этом их сходство с памятью, жизнью вещей. Закат, голоса в отдалении, выкрики типа «Гаду, иди!» на чужом наречии. Но нет ничего понятней, и лучшая в мире лагуна золотой голубятней. Сильно сверкает зрачок слезя. Человек, дожив до того момента, когда нельзя его больше любить, брезгуя плыть противу бешеного течения, прячется в перспективу. Ну, съемка. Ну, скажите мне, когда начинать, да? Я вам что хочу про это место сказать. Самое интересное для русского человека в этом месте, это не здесь, а вот у вас за спиной. Там находится кладбище Сан-Микеле, на котором лежат Стравинский и Дягилев. И этот канал ведет к этому самому Сан-Микеле. Точнее сказать, туда уводит сей канал, куда Стравинский по каналу, да? Вот. На этой площади что находится? Это собор Джованни и Паоло, да? Двух святых, естественно. И вот этот самый, это больничка, которая называется Джованни и Паоло. Больничка, где раньше была то, что называется Венеция Скола, то есть, где, то есть группа живописцев здесь работала, архитекторов и так далее, и так далее. И эта площадь называется Сан-Марко, то есть по Сколе Сан-Марко. Вероккио, который, когда ему заказали эту статую, ему сказали, что ее поставят на Сан-Марко. Его обманули и поставили ее здесь, да, он был очень обижен и раздражен. Это статуя, которая в наших учебниках истории всегда фигурировала, то есть в мое время, когда я учился в средней школе, что было довольно давно и недолго, всегда называлась статуя Кондотьера. На самом деле это статуя Калеоны. Так, ну, не важно, что еще вам рассказать? Ничего имперского здесь нет, просто замечательная пьяца. Но теперь эта школа Сан-Марко превращена в госпиталь, в больницу. И, в общем, больница, в которой довольно хорошо умирать, потому что довольно близко до кладбища. Чем меньше радиус у человека и у администрации, тем они более эффективны, да? То есть человек знает, что он делает в своей деревне, даже знает, что он в своем городе делает, но уже когда начинается губерния, область, и когда он начинает пользоваться географическими категориями, не говоря национальными, его грудь наполняется лирическим восторгом, и он начинает совершать движения руками и прочими частями тела в самые разнообразные стороны, принося довольно много вреда зачастую. Я думаю, что вообще будущее мира заключается именно в регионализме, да? Ну, вообще это место связано с Востоком больше, чем какая бы ни была часть Италии. То есть торговые дела и так далее, и так далее. Это же была империя, да? Венецианская республика. И, то есть, территории везде, там, то есть, половина Средиземного моря, то есть, замечательные отношения были с Византией и так далее, пока они в 18 веке не начали, в конце 17-го не начали расстраиваться. И расстроились очень сильно. Потому что потребовался Дон Хуан Австрийский, чтобы все это привести в порядок. Но тогда уже упало могущество и все остальное. Можно так. Ну что такое? Сейчас мы. Ну, здесь ничего особенного нет. Но это вот уже типичные итальянские дела. Это скорее восточная, то есть восточная сторона Италии, которая главное, что она производит там Неаполь, там, скажем, Южная Италия. Больше всего они производят мокрые простыни. Да. Вот там очень дешевый, видишь, написано пансион Гуччи. Женька, вот из тех окон и там, да, по фасаду. Вид больше, чем действительно 360 градусов. Это совершенно замечательное место. То есть этого никто не знает, потому что селятся богатые люди в Даниэле, в Гавриэле, ну, и так далее, в Лондоне. Оттуда вид совершенно вот такой вот, да? Да. Что здесь как пахнет? Да. Как в Гавриэле? Я тут. Ладно, вернемся.
На ту сторону надо. Нет, я хочу вас иначе к этому подвести. Там мы сейчас вернемся чуть-чуть. Идет по голову, верну. Шалет голову ломают. Румын в буфете ледяном. От черной оспы умирает. Он мертвой матери сказал, что вылечить его не поздно. Луна в разрушенный вокзал плывет торжественно и грозно. Сейчас. Здорово, правда? Не в бог, да. Пока, да. Рекомендую. Да. Пермиссо. Что-то там крыт, и яблочком грохочет лира. Начальник станции зарыт перед окном своей квартиры. Ага. Еще да. Сейчас вы увидите нечто. А, нет. Сейчас вы увидите нечто. Нам так все считается. Гадран Солер. Я. На меньшиком доме. А дня волну проходит, проходит. Может быть, это... Видишь, свая, которую они забивают. Здравствуйте. Это то, где весь итальянский, венецианский флот держался, да? То есть это арсенал. Вы понимаете, что это такое, да? То есть арсенал – это гавань для венецианского флота. То есть здесь хранилось оружие, здесь хранились ядра, здесь хранился порох, и здесь хранились корабли. И до сих пор всякими такими катерами этой самой береговой обороны или береговой охраны, то есть я не знаю, как это называется, уже не помню. Вот они вот все пасутся здесь, да? Ну, да. То есть таможенные всякие и так далее, да? И до сих пор это вот служит арсеналом. Просто пустые помещения, там эллинги и все что угодно, ага, понятно, да, и доки. Вот здесь вот как раз средоточие всех этих вооруженных сил Венецианской республики, да. И здесь вот это, кроме того, здесь на фасаде, как вы видите, три строфы, три терцины из Божественной комедии. Вот так в Венецианском арсенале рыбак смолит зимой свою ладью. А это вообще практически кремлевская стена, не? Обычно перед этими львами всегда сидит либо кошка, либо собака. Потому что у них совершенно, у этих зверей, у них чутье, что они совпадают со скульптурой, да? То есть, если вы думаете, что их тут шесть, этих львов, перед ними еще сидит седьмой, но живой, да? Что такое кот на самом деле вообще в Италии и в Риме? Это, как бы сказать, особенно в Риме, это очевидно, это такой, как бы сказать, сокращенный лев, да? Так же, как мы, сокращенные христиане, да? Да, в миниатюре, да? Вот этот самый замечательный лев Святого Марка. Это чрезвычайно грамотный лев у нас. И у него в этой самой книжке «Акс тиби, Марчи, евангелиста меус». Что значит «Мир тебе, Марк, мой евангелист». Кто говорит? Кто может сказать евангелисту «мой»? Господь. Правильно. Четверка. Какой ответ был бы на пятерку? На пятерку никто не знает. Это... как бы сказать, парадная гондола венецианского ложа. Всевозможные церемонии, как-то прием послов, приезд папы, кроме того, всевозможные регаты и так далее, и так далее. Все празднества открывались проездом дожа по Гран-Каналу. В этой кабинке сидел непосредственно господин дож, с Дагаресой молодой, видимо, да, или без. На веслах сидели гребцы. Существует масса живописных работ, изображающих этот процесс, когда по Гран-Каналу плывет Бочинторо. В частности, у Карпаччо этого много. Практически эта лодка принадлежала Отелло. Там дальше стоит Филукка. То есть это то, что бороздило Венецианскую лагуну на протяжении двух минимум столетий. Это эта лодочка. Кроме того, на них, разумеется, перевозилась всяческая контрабанда и так далее. Это очень мореходное сооружение. Со мной происходит нечто, в общем, как бы сказать, семейное, потому что у меня отец служил на флоте довольно долго. И все эти самые морские и флотские дела, они как бы сидят, ну, в сильной степени внутри, да?
все свое раннее детство, ну, то есть начиная с 6 до 9, по крайней мере, лет, я провел в военно-морском музее, где отец просто, ну, он был офицером, то есть он работал в этом самом музее. И кроме того, часто он там дежурил, да, и по ночам я вот гулял по всем примерным помещениям вот этого порядка, хотя там несколько все теснее, потому что другая архитектура. Отец работал многие годы фотографом в Балтийском пароходстве. Помимо всего прочего, я сам стал этим фотографом и в том же самом пароходстве работал. И для него, и сам по себе, я проявлял массу и массу его снимков, да, которые он снимал, я это проявлял и печатал. И на этих снимках, конечно, всегда была вода. Вот эти морщинки водички, да? Вот это вот как для него это масса чего значило, так это значит для меня, но еще благодаря ему. Такая водичка и такие морские дела. О церквях, что я вам хочу сказать. У них довольно много здесь, как вы могли, наверное, заметить, да? То есть почти каждый, там, скажем, 20-30, ну, по крайней мере, 100 или 200 квадратных метров существует церковь. Я не знаю, о чем это свидетельствует. Ну, то есть речь идет, разумеется, ну, это католическая страна и так далее, и так далее, и так далее. Они в разное время строились, все полагается. Но я думаю, что все это моя фантазия, я не знаю этого наверняка, да. То есть, может быть, я абсолютно не прав. Я думаю, что это объясняется следующим обстоятельством. Дело в том, что Италия, как и Голландия, то есть две такие страны, это вот две страны, которые избежали индустриальной революции. То есть, когда, то есть, более того, Италия избежала объединения. Италия – это страна чрезвычайно личная. То есть это страна, где, скажем, государство, партия, идеология и даже, в конце концов, церковь не играют роли. Единственный главный объединяющий, как бы сказать, элемент – это семья. И все церкви, которые, значит, вы видите, они, в общем, более или менее дела семейные. Это не потому, что человек замаливает грехи, но вот в каком-то районе, в каком-то участке, да, живет какое-то количество людей, которые предпочитают ходить в эту церковь, да. Чем, то есть это такие, как бы сказать, Монтехи и Капулетти. Это как, в общем, домашние часовни до известной степени. Тут ведь все довольно сложно, потому что это город маленький, да, то есть расположен на острове. И когда это так, да, то каждый сантиметр начинает играть какую-то совершенно другую роль и так далее, и так далее. И это не потому, что они ленивые. В конце концов, можно пройти 200 метров и пойти в другую церковь, да. Но лучше построить свою. Может быть, главное оправдание церкви, вообще историческое, грубо говоря, тут я уже скажу сейчас что-то чудовищное, и даже не совсем то, во что я верю, это в то, что, что она как бы оказалась полем приложения искусства, да? То есть, кто работал на церковь, да? То есть, кого она поддерживала. Кстати сказать, я вам расскажу довольно интересную вещь. Вы знаете, какой самый дорогой цвет, какая самая дорогая краска в живописи? Потрясающе интересно. Какая? Ну, как ты думаешь? Кармин? Нет. Индиго? Почти, близко. Ультрамарин? Ультрамарин, ага. Почему это происходит? Потому что ультрамарин, кобальт, да? Да. Вот, его в Европе не было, и его... Возили, да? Возили, ну, естественно, из Индии и так далее, и так далее. И поэтому... Вы оцениваете, вы понимаете, то есть по количеству голубого, да, по количеству кобальта во фреске или на полотне, да, вы можете себе представить о богатстве патрона, да, который заказал эту, и о богатстве этой церкви. Дело в том, что в 16 веке, то есть тут один мой такой, в общем, даже знакомый, он раскопал довольно замечательные вещи. Он в архивах в Сиене нашел контракты всех великих живописцев, то есть там, и так далее, и так далее, 16 и 15 века. И там все очень четко оговорено. Сколько унций там кармина, сколько унций кобальта и так далее. То есть в зависимости от богатства, то есть совсем не золотой цвет. Да, это самая как бы расхожая такая вещь. Да? То есть и там всегда оговаривается сюжет, всегда оговаривается количество фигур и количество краски. И художник, в общем... Почему они работали целыми мастерскими и так далее, и так далее. Это было действительно предприятие. Но самое вообще интересное действительно в том, именно в том, что церковь явилась таким, как бы сказать, приложением. Это, в конце концов, картинная галерея во многих отношениях, да? То есть раньше же этого не было особенно, да? И особенно этого не было на популярном, на народном уровне, что называется, да? То есть если какой-нибудь, там, скажем, дворянин или владелец дворца мог себе все заказать и так далее, и там повесить на стенах, простой человек этого более-менее, ну, то есть на это был не очень способен. И он шел в церковь. Не говоря уже о том, что оформление церкви по существу,
Это, если рассматривать все это на таком 15-16 века уровне, да, это, в конце концов, ренессансный эквивалент, если угодно, телевидения. Поэтому столько событий, да, в церкви. Да. Вы можете приходить и смотреть, и смотреть, и смотреть, и смотреть. Да. То есть вы все время вертите головой. То есть не вертите головой, можете даже сосредотачиваться. Я даже вам еще больше скажу, каким образом в это все вписывается русская иконопись. Дело в том, что это уже полная моя фантазия, я себя навсегда тем, что я сейчас изложу, погублю. Но самое главное в русской иконе, по-моему, это именно нимбы. Потому что нимбы, особенно когда вы попадаете, когда вы оказываетесь в церкви, где огромный алтарь, масса икон и так далее, и так далее, электричества, как вы помните, не было. И поэтому нимбы, вот эти полукружия, когда огонь свечей колеблется, на хороших иконах они приходят в движение. То есть возникает движение, да? И это колоссальный экстатический или подсознательный, какой угодно, ну, можно даже сказать, что и метафизический момент, да? То есть это вот, это завораживающий, то есть то, что тебя, как бы сказать, гипнотизирует и расфокусирует твое сознание. Искусство – это вообще довольно интересная вещь, потому что всегда считается, что церковь поставила искусство себе на службу и так далее, и так далее, и так далее. И действительно масса однообразных сюжетов и так далее. Но все это, по-моему, на самом деле бред. Искусство существовало раньше церкви, уж пока. По крайней мере, раньше христианской церкви, да? И искусство, как бы сказать, оказывается, позволяет себя или там по необходимости, значит, пойти на службу. Но это его не главная задача. И что интересно в искусстве, в церкви для искусства, это возможность метафизического скачка, да, рывка, да? Да, а не наоборот, да? Да. Вот. И чем замечательно западное искусство, то есть искусство Запада, и в частности Италии, в частности того, что вы видите здесь в церквях, это именно вот эти метафизические рывки. Как наш общий с Юрием Борисовичем приятель, попав, значит, на Запад и начав ходить по этим самым, значит, попадая в разные церкви, он, значит, написал где-то в «Русской мысли» о том, как холодные западные церкви, там ненамоленный воздух. Да. За это надо бить по морде, по-моему. То есть, потому что совершенно не важно, кто был до тебя в церкви и кто будет после тебя. Я где-то, по-моему, в этой самой фундаменте это все описываю, там одну Мадонну. Там есть вот это, когда она держит младенца, и его левая пятка, она почти касается ладонью, но не касается. И здесь, вы знаете, в русской живописи, в русской иконописи, это всегда передается щекой Мадонны и щекой младенца, когда они касаются друг друга, да? А здесь это совершенно другой ход. То есть интенсивность нежности в этом неприкосновении совершенно фантастическая. Я не знаю, как это объяснить. Ну, как вообще все это можно объяснить, да? То есть это как... Ну, я не знаю. Не знаю, чем это сравнить. Это вот как лежишь в поле и смотришь на звезду, и никого между тобой. Ты и звезда, да? И никаких посредников, да? Тет-а-тет, да? Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы. К научившимся крылья расправлять у опасной бритвы или же в лучшем случае удивленной брови птицам свет это сумерек, то испорченной крови. Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток, бронзой, загорелых доспехов, погаши улыбкой, грозной мыслью о свежих резервах, памятью об изменах, оттиском многих тел на выстиранных знаменах. Все зарастает людьми, развалины роду прямой архитектуры, и разница между сердцем и черной ямой невелика, не настолько, чтобы бояться, что мы столкнемся однажды вновь, как слепые яйца. По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит, я отправляюсь пешком к монументу, который отлит из тяжелого сна, и на нем начертано «Завоеватель», но читается как «Забыватель», а в полдень как Это что? Это, видимо, коньяк. Это граппа, наверное. Коньяк, водка. Вот граппа, это вот она. А это?
Это, видимо, двойной коньяк. А. Вот. Флориан – это в высшей степени кафе, ставшее знаменитым в 19 веке. Все фигуры интеллекта, литературы и так далее, и так далее, и так далее, мира, из всего этого мира, 19 века, они все, замечают русский оборот, они все здесь дневали и ночевали. Это после того, как, полагаю, здесь крутились Наполеон и австрийцы. По всей Венеции стали открываться вот такие вот кафе. И это одно из самых старых и, может быть, единственных. Декор совершенно феноменальный. Это апофеоз такого декоративного романтизма, да? В этом кафе на протяжении последних 200 лет сидели все. Теперь сидим мы, то есть там... Мюссе, Жорж Санд, Шопен, я не знаю кто, да, то есть это самое, Стендаль и все, как полагается, да. То есть, конечно, это полный упадок сейчас, потому что это мы тут сидим. Ну, кроме литераторов, какой-нибудь Бабеф, там, не знаю. Ну, это да, само собой, да. То есть это такое место, это, как бы сказать, одна из таких, ну, это Мекка. Ага. То есть если Венеция Мекка, то это Медина. То это Кааба, Кааба, да. Кааба, да. Кафе Кааба. Да. То есть здесь сидел Оден. Ну, это мои святые, да? Здесь сидел Стравинский, здесь сидел Оден. Кто угодно. Монтали. Да. Вот и жит. Коньяк. Вот и жит. Добрый. Добрый коньяк. Я. Грация. Я не помню. И все жаворонки всего мира разрывали бездны эфира. И свой факел Георгий держал. Все жаворонки всего мира разрывали бездны эфира. И факел Георгий держал. Это тоже была хорошая компашка. Байрон, Шелли, Мэри Шелли, потом какая-то баба Байрона. Ну, там было их много, и кроме того, еще был Китс. Шелли хороший поэт? Лермонтов. В общем... Но Лермонтов очень хороший. Да. Шелли действительно вот такой же, как Лермонтов. Огонь. Mm-hmm. С колоссальным, это что называешь, драйвом, да, таким, да? Лермонтов написал: «И корни мои омывают холодное море». И у него замечательно... Да, это понятно. У Михаила Юрьевича есть одна замечательная, гениальная вещь. То есть там много чего, да? Но одно совершенно замечательное произведение. Это Валерик, да? Да. Да. Я обожаю его. Знаешь, что там происходит? Там происходит совершенно фантастическая вещь в стихах, да? Он говорит: во-первых, потому что так долго и безнадежно вас любил, и там начинается. Он начинает пишет письмо, да? И он описывает это место сражения между этой самой, между, значит, вот Чечнёй. Я вам пишу направо. Да, и так далее, и так далее, да. Ну, вот. И он описывает эти реки крови и так далее, и так далее. То есть громоздит, черт знает что. И вдруг эта строчка. То место называлось Валерик. Да. И знаешь, и вот тут у тебя возникает ощущение, что поименован абсурд, да? Да? Да, 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 да. И это, надо сказать, колоссальный прорыв. Знаешь, я не знаю, Женька, вот дай попробую изложить эту вещь, посмотрим, как это тебе понравится. Давай. У нас, у меня, по крайней мере, у меня возникла идея, какой-то образ не Италии, а то есть того, что я называл Италией, да? И это для меня было, может быть, самое интересное на свете. Знаешь, если это объяснять картинкой, то это такая акварель с какие-то там обломочки, немножечко голубого неба, да, обломочки каких-то колонн и где-то немножко травки, да, вот. На фоне такой серой или, скорее, даже коричневатой обложечки, знаешь, такой бумажной, да. И вот возникла эта Италия, и ужасно интересно. И, видимо, я тут живу, сюда наезжаю и так далее, и так далее. Не то чтобы в поисках этой Италии, но вот с этой Италией в голове. Может быть, я ее проецирую, да? Да, да. И кончается с тем, что сидим в этом Флориане мы, да? Через 100 лет, если все это выдержит, а я думаю, что это все еще выстоит, да, будут говорить, что вот во Флориане сидел Рейнс Бродский, да. У Флориана я и моя Ося. Да, и у Флориана я и моя Женя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне,
Морозный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Или можно еще почитать стишки, да? Они хорошие тут вдруг.